в 12 серии сериала «Московский роман», что выйдет на экраны 15 июля 2021 года, Гарику пришлось несладко смотреть за предательством возлюбленной. Оказывается, парнишка однажды увидел, что Агния имела встречи с его отцом. Не выдержав происходящего, он обвиняет девицу в разбитом сердце, при этом высказывает, что та спала с ним за деньги и власть. Своими высказываниями нарушается грань между настоящими светлыми чувствами и неправдивой информацией. В расстроенных чувствах без объяснений девушка покидает его дом и больше никогда не переступит порог чужого поместья. Отцу не понравился жесткий поступок сына, поэтому он собирается поставить его в нужное русло, доказав обратное. Гарик в недопонимании, как просить прощения в человека, которого он обидел и причинил невероятную боль. Дальше, Агния разговаривает с родственниками, где рассказывает о настоящем желании, о котором мечтает с детства. Выяснилось, что красавица без ума от ювелирных изделий, она мечтает рисовать эскизы, и прямо сейчас показывает парочку своих работ. Невероятно, но безумная череда приключений, отобразится на общении с бабушкой Ирой, которая уже отошла от инцидента и вернулась к нормальному быту.